Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня я хочу поговорить с вами о рождении, о духовном рождении свыше. Во время земной жизни Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа к нему пришел Никодим, один из членов Синедриона, то есть человек весьма образованный, весьма уважаемый, человек весьма сведущий. И вот в разговоре с ним, в диалоге, Христос откровенно ему сказал, что кто не родится свыше, тому не увидеть Царствие Небесное. Что же это за рождение свыше? И как мы с вами, братья и сестры, сможем родиться свыше, то есть увидеть, собственно говоря, Царствие Небесное? Дело в том, что рождение свыше – это некое духовное переживание, то есть это некое духовное состояние, которое мы с вами можем достигнуть. То есть родиться для другого измерения, родиться для иного. Дело в том, что в основном вот современное монашество, современные монастыри, они, конечно, только имеют вид этого монашества, древности, имеют этот вид монастырей, а на самом деле, конечно, такой же мир, в каком живем мы с вами, только этот социум немножечко меньше, чем тот социум, в котором пребываем, находясь в большом городе. Но факт тому, что первоначально вот монашество, монос один, то есть люди, отшельники, уходившие в горы для реализации своей практики, для реализации единения со Всевышним. Постепенно, конечно, монастыри стали огромными, общежительными, потому что люди приходили к таким светочам для того, чтобы получить знания, для того, чтобы получить определенное назидание в своих практиках. Вот. И вот в русском языке очень интересное слово есть для монашества, это инок. То есть, если монас один, а в монастырях сейчас много народа, тот же самый социум, то инок – это живущий иначе, живущий по-иному, живущий по-другому. Собственно говоря, и Господь наш иной. И вот что же это за иночество такое, и как оно связано с вот этим рождением свыше? Дело в том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ну как? В чем этот образ? В чем это подобие Божие? Дело в том, что это как бы противоположность. Вот, знаете, печать, когда она ставится на сургуч, она дает оттиск. То есть она полностью повторяет узор, который на печати, только все наоборот. То есть если здесь это выпуклое, там оно будет вогнутое, понимаете? То есть вот в этом и образ подобия человека Богу. То есть если Бог полностью стопроцентный альтруист, то человек это эгоист. То есть человек как бы подобен Богу, но в его вот этой противоположности. И вот родиться свыше, то есть родиться по-другому, стать иным, стать вот этим иноком, тоже возможно. Но для этого надо поменять кое-что внутри себя. И что же это? Это как рождение души, это как рождение в нас Моисея, это как рождение в нас Авраама, это как рождение в нас Христа. То есть мы становимся Богородицей. Недаром иноки носят одеяния, напоминающие одеяния Богородицы. То есть это длинный подрясник, ряса. Почему же это? То есть сейчас это, конечно, превращается, как и все, в сплошной образ, но если, братья и сестры, мы будем вдумываться и осуществлять внутренний замысел этого, то есть действительно жить по-иному, тогда мы тоже с вами сможем стать Богородицей. Мы уже говорили о том, что когда родился Авраам, то его тоже попытались убить, потому что Нимроду, царю Вавилонскому, было предсказано, что родится мальчик, который потрясет эти основания. И поэтому тоже истребляли мальчиков, то есть и отец Авраама, он тоже попытался его сокрыть, то есть родился Авраам, и в конечном итоге Господь дал ему второе это рождение, то есть он разбил идолов, он разбил все то мировоззрение, которое досталось ему от отца, от непосредственно предыдущего поколения, то есть он полностью поменял свое мировоззрение, в котором пребывал в этом самом Уре Халдейском, и вышел, то есть в землю, которую сказал ему Господь. Также и у Моисея, когда рождался, тоже фараон приказал истреблять младенцев мужского пола, но все равно он был сокрыт и таким образом в итоге вывел этот народ. То же самое можно сказать о Христе. Рождение Христа в пещере произошло, и волхвы, и звезда с востока указала им об этом событии, они пришли, и, как вы знаете, Ирод
приказал истребить этих самых младенцев для того, чтобы истребить этого самого Христа. Дело в том, что в как попадают люди в монастырь? Не от хорошей жизни. То есть очень мало людей попадают в монастырь исключительно потому, что вот так им хорошо, и вот они пришли, задумались о Боге. Обычно люди приходят туда с абсолютно эгоистическими, то есть нашими человеческими целями, то есть это как-то изменить свою жизнь, в которой все плохо. То есть, и вот, приходя в этот монастырь, они думают, что с помощью пребывания в нем, с помощью того, что будут там что-то практиковать, они притянут Царство Небесное как бы на землю. Но на самом деле Христос пришел на землю не для этого. То есть Христос в нас рождается не для того, чтобы мы притягивали Царство Небесное на землю и осуществляли здесь Царство Небесное на земле, то есть строили Вавилонскую башню, то есть строили новый Вавилон и новые законы какие-то придумывали и жили в этих сказках. А наоборот, Христос говорит, я есть путь, истинная жизнь. То есть он приходит сюда от Господа, от Джа, для того, чтобы забрать нас через себя туда, наверх. То же самое делает Моисей. То есть он не делает с этим еврейским народом там какие-то глобальные изменения, чтобы им комфортабельно жилось в этом самом Египте. Нет, он выводит этих людей из Египта. Он, Господь выводит через него из Египта, значит, для того, чтобы ввести в землю обетованную. Авраам тоже не остается в Уре Халдейском проповедником новой религии. Нет, он разбивает всех этих идолов, всех этих башков, уходит из Ура Халдейского в землю, которую указывает ему Бог. То есть это рождение свыше, братья и сестры, это рождение лично в нас, вот того самого Авраама, который должен разбить вот эти всех башков. Это рождение вот того самого Моисея в нас, который ведет у нас к горе Синай, то есть к горе Завета, через который потом мы попадаем в Царство Небесное. Это рождение, если хотите, Христа, через которое мы попадаем в Царство Небесное. То есть это рождение, если хотите, души. То есть той точки, которая теперь непосредственно связывает нас с Творцом. То есть непосредственно является единственным посредником между мной и Джа. То есть между мной и Всевышним, между мной и Творцом. То есть никаких других посредников не существует. Вот Господь почему и так говорит, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Имеется в виду через вот эту точку, через вот этого Христа, который рождается в нас, через вот этого Моисея, который выводит наш внутренний мир, наша все сущность выводит Господу из этого духовного Египта. Этот Авраам в нас рождается, который исходит из земли его отцов и идет в землю, которую указывает ему Бог. Вот в этом иночество. То есть Господь наш иной. Мы, в чем наш образ? У него выпукло, он альтруист, у нас эгоист. Но человек эгоист, Бог альтруист. Но мы находим в себе вот эти вот противоположности, как плюс и минус, они притягиваются друг к другу. И вот эта вот точка, которая как бы, ну, образно, то есть не фокусируйте внимание на этом названии, она действительно нас приводит к Господу, и мы идем к Нему. Благослови Бог, чтобы у нас действительно произошло это рождение свыше. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пусть Господь дает нам это понимание. Аминь.